С Днем Великой Победы жителей города поздравила глава администрации Жанна Белоцкая. Дорогие наши ветераны, уважаемые земляки, в этом году мы отмечаем 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие бессмертного подвига народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом мужества и стойкости. К сожалению, все меньше и меньше остается в живых тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, кто, не жалея сил, трудился в тылу. На поколение этих людей выпал тяжкий крест, но они выстояли и отстояли свободу нашего Отечества. В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость нашей Отчизны. Жизнь не стоит на месте. Каждый из нас в ответе за свою судьбу и судьбу своей Родины. Наш долг – помнить о тех, кто плечом к плечу встал на ее защиту и сохранил ее для нас. Давайте пронесем их имена через века, чтобы наши дети и внуки могли с гордостью сказать заветные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла, мира и добра. Пусть вас всегда окружает забота родных и близких. С Днем Победы!